Все, все. Надежда Васильевна приехала погружать ваши. Ой, что будем сначала грузить? Картошку, тыкву? Самая тяжелая надо грузить. Самая тяжелая — это тыква, морковка и картошка. Давайте, давайте, время уже много. Ага, без 10:03. Время много уже. Слушай, я что-то не помню. У нас еще там тыква тоже. Ладно. Да привезет, когда на газельку будет брать. Угу. Ой, у меня вещей очень много. Так, Володь, убери. Сейчас помидоры их потом. Ничего себе. Ну, помидоры. Нельзя, нельзя. Давайте тяжелую. Ну говорите, где все. Тыква, картошка. Ну только что, что не молчит? Что ты сюда подъехал-то? Ты здесь? Вон команду. Он мне показывал. Странный. Что, говорит, подъехал? Тяжелая самая. Капуста. Это все легкое. Это не тяжелое. Оно у вас тяжелое такое. Так они помаленьку грузят. Можно тыкву тогда. Так, ну что, можно и сюда поделить. Картошку и морковку. Как мало места, у меня столько много овощей и вещей. Не поместится. О, Никита идет. Что там еще тяжелое где? Это брат тетя Люба дала, да? Это нужно передать Вишкому. А, капусте. Куда он положил? Вот сюда, что ли? Не, не, пока не клади туда. Вот туда пока рядом поставь. Виктор сам загрузит. Кто там крышит? На кошку. Я хочу сказать, первым делом кошку занести. Кошка, Муська. О, Муська, Муська, Муська. А, посадили все-таки ее? Да. Но она мне доверяет. А что, ты посадил? Да. Это, да. Но когда она увидела, что я сажу в эту, она на сразу ничего, да? Сразу сбрыкнула. Открой, брат. Вот Игнатий Иванович загрузился. Тут у меня мои три кошки. И вот это тоже. Надежда Васильевна, посмотри. Да я уже показывал. Она уже 3 часа сидела здесь. 4 даже. Почему? Мы ее недавно посадили. Все, снимай. Ага. 3-4. Я даже не ожидала. Там тяжелое есть еще что-то? Да, у нее там картошка. Так, это не тяжелое. Вот самое тяжелое. Наперед. Ну тыква. Возьмите тыкву. Ну вы показываете где. Я откуда знаю. Вот тыква, тыква. Где она? Саша обещал прийти. Ага, вот это моя тыква. Тут я оставляю, вот это. Тепличка, Надежда Васильевна. Так, дай-ка-то мне тоже что-нибудь. Давай, сразу захожу. Наконец-то тайну открыла. Тут тыква тяжелая. Где она? Инкогнито. Вот она ваша тыква драгоценная, золотая.
Самую большую тащите, наверное, да? Самая большущая. Выросла у меня, посмотри, какая большая. Не дают мужикам плесни есть. Че бы мы без вас делали, бабушки наши дорогие? На, брат. Есть там полно. На банках ничего там поди не будет. Да я думаю, не должно быть. Нам не придется, братья, выгружаться. С Божьей помощью. Сюда, сюда нам. Там еще что-то тяжелое. Все, 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 там еще в теплице, брат. В теплице еще. Надежда Васильевна, не берите, что отдала. Тихву она много набрала. 20 штук хватит. Остальные скажи, отдай кому-нибудь мелкую. Все, понял. Все, она говорит, 20 штук, он говорит, и все. Где вы столько набрали? У вас там грядок-то мало было. А? Или с матушкой накопали вы? А, да. Я у вас 3 ведра накопала. А, после нас еще. Ничего себе. Вон морковку. Где же Васина? Эти мешки-то тоже, да? Никита уже охотится. Это кому-то не надо, ее надо сводить. Да, да, да. Морковка последняя у вас тяжелая, да? Потому что уже... А, где она? А, так мне надо вещи там одеть. А где вещи ваши? О, да там в коридоре стоят. Ну они-то, они легкие. Вещи сверху. Тяжелый тут. Брат, а у нас там тыква еще. Я тут правильно что-то тут. Все легкое. Так это для тебя. Ну, смотри, тут все. Съедите, а? Писал, что народ говорит, такой только перерабатывает, только потребляет. Ну то есть как бы не ультима труда. Так и у нас тоже все перерабатывает. Так все здесь, да? Ничего себе. Ну, неужели все съедят, а? Вот это, тут пол Барнаула можно обеспечить. Так, брат, тихо вот. Подавай.
Вот это вот тоже. Это пироги. Это сверху надо. Ну ясно, что. Ага. Они потом не пирогами будут, а ну, лепешками. Ну понятно. Кашей, кашей, скорее всего. Ну, вот, это все сверху надо положить. Так, а это не знаю, что. А вот еще, брат, вот лежит, все? Тыква лежит еще. В сторонке что-то Никита положил ее. Ну еще, а все-таки матушка едет или не едет? Нет, Игнатий нас не берет ее. Нет. Она отдельно будет тебе возить. Ну все, 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 быстрее. Одеваю, замерз парень. Ага, ну понятно. Ну и что там? Все, не все? Еще надо. Че, рессоры смотришь, да? Ну и как они? Все, коробки здесь, в доме. Коробки, да-да, с вещами. Ну, коробки все у вас. Да, вещи там продают. Так, и там еще что-то. Это наши, наши, надеюсь. Забрали вы оттуда, нет? Капуста. Подожди, подожди. Это Лёшка. Это порченая Лёшка. А это моя. Это моя. А это Лёшка, отдохни. Никита, скажешь, вот здесь вот будет стоять. Все, коробки, выноси их. Никита, продукты, что тут такое, и разное, разное. Так, помидоры надо сверху ставить. У нас 6 мешков мелкой. Это тыква будет еще. Еще там вроде картошка какая-то осталась. А тыкву все у вас забираете, да? Ну да, ну мы это раздали там. Больше половины Игнатий Ильич раздал. Я не знаю, штук 15 что ли там осталось. Помидоры. Там. Где? В сумке, если прижмет. Какой? Вот эту? Да. У меня только сверху этот, если только вытащить оттуда ноутбук. Не надо там. Да. Вот если его вытащить, тогда можно ставить. Это опасно, взять его туда. Надо его отдельно на плечо. Да убирай. Виктор Николаевич, убирайте, а вот ее. Эти. Вот эти. Один был. О нем положить куда? Да не грязный сильно. Давай коробку сюда, что за чьи ботинки? Среди палочки. Так,
Это что такое? Не помидоры? Люди вещи, просто вещи. Просто вещи. Все, можно закрыть и туда складывать. Складывай, складывай. Все, брат, закрой и отдай ему. Ноутбук я с собой возьму. Помидоры остались. Все вот, там в конце все у нее. Потом там мешков много было. И в конце все. Коробки вон стоят еще какие-то. Не знаю. Помидоры это только сверху. Таня внизу написано, не знаю, куда. Ну спроси. Надежда Васильевна-то там. Если там покажите, что еще надо. Сейчас. Да это-то не надо туда. Зачем? А? Зачем туда-то? Зачем? Не надо, там и так места нет. Это на руки я возьму. Это на руки я возьму. А что Игнатий там засел один и не открывает? Кошки, потому что. Кошки у него там вы все. Вы смотрите, все мы взяли или нет. То потом поедем, скажете, ой, мы забыли еще 15 мешков. Помидорами. Все, смотрите, внимательно. Вот. Вот там, я здесь пока. Там мы идем. Это вот надо, нет? Да и уже не возьмем, уже груженные машины. Нет. Я не знаю, этого не было. Ну все, хватит, а то у нас-то не войдут сейчас на самом деле. Еще же помидоры у гробаш. Так, короче, да. Отбой. Здесь надо закрывать уже. И тут ставить. Ну, ребята. Все, уже отбой надо делать. Так, Володя, это твоя курточка? Да. Если я ее вот сюда куда угодно. Против, она куда рабочая угодно. Или какая? Да, рабочая. Она вообще. А вот эту надо было запечатать. Вот так вот сделать. Я, ребята, переживаю, как мы можем засесть таким грузом. Дорога-то нелегкая. Давай тяжелые мешки. Помидоры. Я не знаю, чем мы не возьмем. Надо смотреть по лицу. Это мне некуда будет поставить, да? Все. Самое тяжелое. Банки тяжелые. Так, значит это закрываем здесь. И вот сюда сейчас будет. Thank you.
насадка большая. Так, это что здесь? Помидоры или что здесь? Да, написано, видишь? Банка, банка. А с вареньем? Не, варенье, варенье. Так, а вот это можно на боку, нет? Баночки какие-то. Баночки, это банки с вареньем. На боку можно, нету так? А не знаю. Вдруг как они откроются? Не ответ. Так. В мешочек давай тут. А у нас еще картошка там, да? Да. Ну я не знаю, брать это вообще. Куда картошку? Это опасно. Картошки-то много, я уже не знаю. А сколько там мешков картошки? 6 мешков мелкой. Ну я не знаю, там крупная скорость. Там еще тыква тяжелая, брат. Тыква. Тыква тяжелая. А из тыквы сколько? Штук 15, наверное. Держи, чтоб не мокрая была. Она большая. Мелкая. Не надо брать. Хоть мешок возьмите, там вы ее едите. Остальное надо оставлять. У кого машину уже перегрузили? Вот выезжаем от Надежды Васильевны, загрузились. Yeah.